Всем известна прописная истина о том, что надо пить как можно больше воды. И чем больше, тем лучше. Но так ли это? Сколько пить воды, когда, зачем и как? Давайте с этим разберемся. Тело человека на 75% состоит из воды. Это знают все. А вот то, что мозг на 85% состоит из воды, сердце на 71%, почки на 82%, печень на 70%, а легкие аж на 80% знают лишь избранные. И ты теперь среди них. Поздравляем! Поэтому неудивительно, что вода нужна нам, как кислород. Но сколько же выпивать воды в день? Ведь все мы такие разные. Высокие и низкие, худенькие и полненькие. На самом деле все просто. Надо умножить свой вес на 30 миллилитров. Это и есть ваша суточная норма. То есть, если вы весите 50 килограммов, то выпивать нужно 1,5 литра воды в сутки. Если 70, то чуть больше 2 литров. Видите, подсчитать совсем несложно. Теперь давайте разберемся, зачем нашему организму нужно столько воды. Во-первых, вода очищает наш организм от токсинов и шлаков. Во-вторых, грамотное потребление воды способствует оздоровлению организма. Выпитый утром натощак стакан теплой воды способен помочь избавиться от таких болезней, как рак, диабет, артрит, астма, туберкулез и многих других. В-третьих, вода помогает нам снижать вес. О, это очень круто! Ведь вода способна разогнать наш метаболизм аж на 35-47%, а это немало. В-четвертых, вода наполняет организм энергией. Вода дарит нам легкость, бодрость и хорошее настроение, улучшая работу всех механизмов внутри нас. И, наконец, в-пятых, вода не дает нам состариться раньше времени, помогает оставаться молодыми и полными сил. Ведь старость – это обезвоживание. Именно поэтому появляются морщины. Человек, грубо говоря, усыхает. Пожалуй, хотя бы только ради этого уже можно начинать пить эту суперполезную воду. Ну и теперь самый главный вопрос. Когда и как пить нашу чудесную водичку? Очень важно соблюдать несложные правила. Пить утром натощак 1, а еще лучше 2 или 3 стакана теплой воды. Почему именно теплой? Да потому что холодная вода вызовет спазм, а теплая идеально усвоится организмом. Происходит очистка организма от мусора, что скопился за ночь. Все органы насыщаются водой и просыпаются ото сна. Все железы включаются и начинают вырабатывать полезные для работы организма вещества. Кровь разжижается и начинает быстрее бежать по нашим артериям, неся каждой клеточке радость. После выпитой утром воды сразу не завтракать. Подождать минут 40. Не мешать работать всем запущенным процессом. Через 40 минут приятного аппетита. Ешьте на здоровье. После принятия пищи, будь то завтрак или обед, не пить 2 часа. Это очень важно. Иначе вы разбавите желудочный сок, и пища не переварится должным образом и начнет гнить внутри вас. Это даже звучит ужасно. И последнее. Не заставляйте себя в первый же день выпить весь подсчитанный объем воды, если вам не хочется. Не насилуйте себя. Лучше приучайте свой организм постепенно, в течение недели. А через неделю он сам попросит то, что ему положено. И скажет вам спасибо. Будьте здоровы. Подписывайтесь. Ставьте большой палец вверх. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее полезное видео. И удачи вам во всех ваших начинаниях.